Привет, Россия! Хорошая? Да, да. Спасибо, Рахман. Закупаемся. Владюша, это для тебя, видишь? Не стыдно тебе потом будет? Не стыдно будет тебе? Когда я есть ее буду? Когда есть? Когда я есть буду, тебе не стыдно будет? Нормально. Все? Да, нормально. Да, хорошая, ладно, брат, давай. Да, какие сладкие, какие не очень. Давайте вот такие. Один. Когда грязные, то они начинают слепить встречную, потому что линза не фокусирует, а рассеивает через грязь. Ну, мы ж нормальные участники дорожного движения. Когда мне слепят в лицо, мне неприятно. Я думаю, что когда и моя машина кому-то светит, тоже неприятно. Поэтому мы останавливаемся, протираем их, едем дальше с чистой душой и с чистыми фарами. We'll be right back.
пожалуйста. Спасибо, я не хочу. Он не ест мясо. А вы откуда? Я из России. С России. Народ простой. А? Я из России, народ простой. Москвы или Москвы? Рядом с Москвой. Санкт-Петербург? Ярославль. А, Ярославль. Самсу купите, пожалуйста. Я не ем мясо. Это с картошкой. Самса с картошкой? Да. Сколько стоит? 3000. Так, сколько мы самсы будем брать? 3 самсы. Причем я отказывался, но она вот молодец. Да не, можешь не заворачивать. Не, мы прямо сейчас сидим. Угу. Давай. Ями-ями? Да. Давай, вот, бери. Спасибо. Спасибо тебе тоже. До свидания. А кто делает самсу? Мама печет. А мама где? Вы из дома продаете, да? Мама дома печет, я продаю. Как тебя зовут? Сабина. Сабина? Вот ее Нурхан. Я ее сестра. Ты сестра? Да. Ты киваешь ее? Нет, она просто за мной ходит. Приглядывает? Да. Молодцы. То есть она твой секьюрити? И кто лучше продает? Я. Потому что она уже как... 4 года уже так вот. А ты нет? Тебе ты скромная, да? Я в России, я не могу торговаться. В России, а где в России? В Сахалине. Самый, это сказать, южный. Ой, северный. Ну не самый. Молодец. Давай. Дальний Восток, видишь? Да. Дальневосточники, да, даже наши. Здесь есть. Что, дай мне руку. Я тебе сейчас энергии дам положить, все у тебя будет хорошо. Меня зовут Богдан. Если что найдешь, потом поблагодаришь меня. Спасибо. Давай, все, пока. До свидания. Пока, девчонки. Удачи вам. Спасибо. Если вы не знаете, где остановиться на ночь, и вам нужно найти гостиницу, у вас нет интернета, есть очень хороший метод. Вы заходите в гостиницу, желательно выбрать самую хорошую гостиницу. Потому что здесь всегда есть хороший интернет, здесь всегда есть лобби-бар. Можно прийти в лобби-бар, спокойно достать свой ноутбук, забронировать и выбрать себе нормальную гостиницу, и после переехать или перейти туда, где удобно. Если позволяют деньги, то можно даже остаться здесь. Я думаю, что наш бюджет немножко не потянет эту гостиницу, и мы найдем себе что-нибудь подешевле, но здесь же, в старом городе. Сейчас найдем гостиницу, положим свои вещи, постираемся и пойдем гулять по этому красивому городу Бухара. Если вы ищете в Бухаре банкомат, то нужно немножко добавить смекалки. В первую очередь смотрите на вот такие указатели. Указатель ATM. И если вы найдете такой указатель ATM и не видите банкомата, не расстраивайтесь. Он может быть где-то за одной из створок. Так, наш банкомат находится здесь. Сейчас будем снимать деньги. Кстати, выдает он доллары, что очень удобно. Так, надо развиваться. Не снимайте, да. Вот, так тут тепло. Оно у нас натоплено, да? Да, да. Вообще классно. Да, да, все. Наша тема. Это ваша, да, регистрационная? Ну, это можно, мы просто заезжали в отель. Если вы командой работаете, вы в Топчине были? Нет. А, надо вам в Топчине побыть. Там вот три, как бы, вот друзей, они этот, как бы, хостел. Сделали, вот у них все вообще классно. Да? Да, у них вообще здесь, классно. Здесь, в Ташкенте. А, в Ташкенте. Называется как Топчан? Да, Топчан. Запомните, ребята, если будете в Ташкенте, хостел Топчан, сказали, что бомбическое место. Кто там был или кто будет, напишите в комментариях, интересно, реально крутое место или это может просто местным так кажется. Два музея таких, на Кути и в Москве. Вообще можно там где-то снимать? Ну, нам сделали. А, вам сделали? Вау, я даже не знала, что вот такие.
На вашей же машине. Буханка? Да. Да, this is Russian UAZ. Буханка, yes. UAZ. I wanted to buy it, but then I bought the Lada. This roll. It's not roll. Yeah. And sleeping car? Yes, yes. Sleeping car, no stopped engine. We work one month. Не глушили. Нет, наоборот, нельзя глушить машину, замерзнет, не завести. А потом, а вы сами, мне кажется, тоже не спали. Нет, спали. Машина подошла. All the petrol in the car. Это входит в пятерку самых северных населенных пунктов мира. Вот мы доехали до него, Арктика, Заполярье. Как просто так запихивается, да, ну то есть, да. И ну, потом надо чем-то типа подвязываться, да? Нет, специально. Ну это уже не настоящий, да, уже-то и ткань другая, да? Почему? Это материал ручной, наоборот, это лучше. Как отдыхаете? Слушай, все, уже собираемся, уже уезжать. Да, подожди, подарок у меня есть. Я тебя ждал здесь. Ну что, мы пока ходили? Да я что-то искал, тебя не нашел. Охренеть. Я сам в Москве живу. Да? Да. Ну, Москве школа в Думане. Спасибо тебе большое. Меня Исмаил зовут. Меня Богдан. Вот такие крутые подписчики у нас на канале. Давай. А мы тоже, вот я купил этот набор для чая такой. Слушай, ну рахмат его. Да, от души. Вы пообедали? Да, уже все. Сейчас. Может, поедем? Сейчас, знаешь что? Вы лучше покажите нам этот Бухара базар или как он? Этот. Колхоз базар. Нам нужно гранат купить домой, жена просит. Все, поехали. Вот на 4, вот. Я же русский, поэтому мы репу же едим.
нужно. И тогда он вкус открывается, да? Да, вкус открывается. Давай, на двоем с тобой. На брудыша, давай. Я всю жизнь до этого инжир ел только сухой. А тут, а теперь мокрый. И сочный. Чуть-чуть зеленый чай. А что зеленый? А что там в составе? Брат мой, здесь есть чебрец, есть мята, есть кардамон, есть гвоздика, есть барбарис, есть корица, шиповник. Бессмертник. Бессмертник есть, там шафран есть, александр есть, черный тимин есть, зря есть. Ну, в общем, говорят, 23 вида здесь. Он полезный для всего организма, да? Да. Раньше было на рынке, а сейчас все уже более-менее легально, да? Легально. Ты уже все официально брокер. От лица всего российского народа и нашего канала. Спасибо. Спасибо. Давай. Все, мы с тобой в Москве еще видимся. Да, спасибо. Все, на связи. Давайте. Номер телефона тогда. Давай, давай. Хорошо. Давайте, все, доехали. Ведь тоже когда... Все, договорились. Как жить, позвольте, вот тоже номер мой, если что-то там будет. Все, спасибо за гостеприимство вообще. Пообедали бы сейчас, поужинали бы, а? С удовольствием. Ну ладно, давай, удачи. Два поедем по светлу, знаешь, подольше уехали. Сейчас темнеть уже будет, да. Все, поехали мы. Давайте, удачи, ребят. Да, все, хайр. Граница Узбекистан, Казахстан. Влад рулил, Антон рулил, Богдан рулил. Хорошо ехали. Это очередь там, да? Завтра в обед будет. А, журфеми, как бы. Завтра в обед только откроют. Ну, не проедем, да? Вот он, Антош, вставай, вставай уже на границе. Сейчас 153 здесь. Это орден, что ли, Пепси его? А? Вон в банках. Что это в банках белого? Не таблетки его? Орбит. Жвачку вот. Дать? Ну, дай сего. Называется Орбит? Да, знаете, вот там побольше. Спасибо, рад. Да не, что ты. Тебе спасибо еще. Пожалуйста.
Вон, видишь, смотри, утром график. В 7 подъем, 8 встреч, а в 9 выезд. А мы не успеваем. Обижайся. Давай, все, спасибо. Слушай, прямо туда. Отсюда обижайся его, прямо идите вот там. Перед машиной стоите, ладно? Сзади машину вам. Ага. Спасибо, брат, давай, пока. Еще напомню, что на въезде огромнейшая пробка была. И мы подошли к подгранцам и попросили их, сказали, что, ребята, опаздываем в Байнео, что нам сегодня в 9 из Байнео нужно будет выезжать. А это по времени, сколько сейчас? Сейчас 5 часов, то есть через 4 часа нам нужно будет уже выезжать дальше. Мы едем вместе с ребятами, которые присоединяются к нам по Казахстану. Они пропустили нас, в общем, вперед. Мы на въезде остановились здесь как раз. Они увидели у нас жвачку, мы их угостили, в общем, жевательной резинкой Орбитом. И я не знаю, ну, может быть, просто там, может, кто-то из подписчиков есть, может, просто чисто по-человечески. По итогу один из них подошел, у нас впереди еще тоже вот очередь, вот такая, сейчас покажу, из нескольких машин. В общем, один подошел, получается, и один из них подошел и как бы говорит, давайте документы, сейчас типа заполните все. Я все заполнил, и он забрал их туда к себе, говорит, сидите в машине, сейчас подойду. Вот, может даже здесь нам все ускорят, просто сам досмотр. Если это так будет, то это будет очень хорошо, потому что вещи у нас все забито просто, по самое не балуйся. Вот такие вот дела. Поэтому ждем, ждем, ждем. В общем, уже начало светать, 7 часов времени. Но благодаря погранцам мы прошли очень быстро контроль, досмотр. Нас досмотрели буквально, мы просто вытащили все вещи прям тут же на перрон. Они их прям здесь же досмотрели, мы заносили их в интероскоп. Это было очень быстро по отношению к другим, потому что все заносили вещи в общий зал, там через интероскоп, так как мы делали до этого. В общем, все было очень быстро, поэтому отдельное спасибо узбекским пограничникам. Ребят, вы просто вообще молодцы. И спасибо вам за вашу отзывчивость. Просто по-человечески объяснили, что реально опаздываем. А у нас как бы в 9 уже встреча. То есть через 2 часа нам еще, считай, 80 километров пилить до туда. Плюс по хреновой дороге, плюс еще казахская граница. Поэтому я думаю, что успеваем. Как раз приедем, наверное, поспать точно не успеем. Там может переодеться, чаю попить, позавтракать и дальше ехать. Вот примерно такая тема. Все, едем. Дальше у нас казахская граница. Погнали.